наши покупочки на сегодня. Купила йогурт вот такой. Не вот такой можно йогурт. Бананчики. Это сыночки. Доширак. Не ушло. 374 рубля. В одном магните. Потом зашла вот такое лекарство себе взяла. Порошок какой-то. Он стоит 823 рубля. Потом зашла в другой магнит. Тут взяла такие хлебцы пшеничные. Молочко, кефир. Зефирку, сырок вот такой. Шоколадку горькую, простую. И булочку хлеба. И на это ушло у меня 493 рубля. В общем, такие вот покупочки у нас на сегодня. Не забываем ставить пальчик вверх, кто еще не поставил. Наши покупки на сегодня. Вот такую рыбку я взяла. Сейчас я себе отварю. Буду кушать. Сыночки пиццу взяла. И вареников. Сейчас отварю вареников. И сыночка у меня будет сегодня довольным. На эту покупку у меня ушло 250 рублей. Наши покупки на сегодня. Хлебушек кишиневский. Шоколад вот такой горький. Такой супчик сварю. У меня на это все ушло 90 рублей. Такие ценники. Зашла, в общем, я в Ермолино. Колбаску ермолинскую я очень люблю. Сыночка у меня ее вообще обожает. И жарю я ему, и все, что хочешь. Он совсем едет. Такой сырок, потому что ермолинский беру. Мне он очень нравится. Вкусненький, на хлебушек кладешь. Мне сейчас можно утром масло и сырок кушать. Так я из-за этого взяла его. Мне потому что он очень нравится. Зефир взяла белый, мне тоже можно его кушать. И на это все у меня ушло 414 рублей. Такие яблочки домашние взяла у бабушек. 70 рублей вот за этот пакетик я отдала. Сыночка так и не попробовала у меня яблочко, убежал гулять. Потом зашла, булочки ему взяла. Вот это со сгущенкой, шоколадной глазурью, а это просто сахарные. Они прям, ребят, такой аромат, они прям свеженькие, мягкие. Очень вкусные, ему очень они нравятся. 92 рубля за это все я отдала. Я люблю там булки покупать, но я их не ем. Сыночка у меня всегда их ест и говорит, что они очень вкусные. В принципе, он и магнит, я покупаю булки, ему нравятся. Он любые булки любит. И зашла, корм взяла пантерки. Вон она кричит, как бешеная. Корм 175 рублей стоит. Я взяла килограмм. Потому что у меня тот покупали, корм быстро ушел, а на этот подольше ест. В общем, это покупочки у нас на сегодня. Спасибо тем, кто ставит лайки и подписывается на канал. Всех благодарю за просмотр. Наши покупки на сегодня. У меня сынок и муж ходили в магазин. Вот такие конфетки купили Милки Вей. Сникерс. Сок любимый. Они любят всегда сок пить. Я не люблю сок вообще. Хлебушек. Косичку. Там еще сосиски в тесте были. Они муж съел уже. Они любят такое есть. Я уже давно не пеку. Надо задуматься на печь. Йогурт такой, сыночка, один съел, второй. Два тука. Шоколадку мне горькую взяли. Такие пироженки. И чипсы, большую пачку. Вот это красота. Вот они себе покупочек набрали, довольны. Ну и самое главное, пульт. Мы неделю сидели без пульта. Вот такой он. Стоит 600 рублей. Вот это у нас старый сломанный. Он на две части треснутый. Мы купили новый. За 600 рублей. А сколько покупка стоит, ребят, я даже не знаю, потому что чека не было. Они потому что пошли, я не наказала взять чек. И не взяли чек? Вот так. А если бы я наказала взять чек, то бы взяли чек. Это наши покупки на сегодня. Наши покупки на сегодня. Вот такую сметанку взяла, домик в деревне. Это морковка по-корейски, имбирь, сливочный соус. Это для суши. Я на недельке, может, сделаю. Может быть. Для гамбургеров булки такие. Йогурт вот такой я пью. Эпика натуральный. Сосиски для гамбургеров. Сыночка йогурт я выбрал. Макарошки. Молочко. Сахар 3 килограмма. Я буду варить варенье с яблок. Гречка. Рис. Не забыла, что такое. Такие эти диски ватные. И газировочка. Это наши покупочки на сегодня. Сейчас покажу еще канцелярию, что мы купили. Это мы с сыночкой были в ленте. Ребята, вот канцелярия. Степка сам все выбирал себе и сам выложил аккуратненько. Я говорю, сыночка, иди поклади. Говорю, ну как-нибудь, склади, я поснимаю.
Он побежал, все. Вот это вот, ребят, такой дневник выбрал. Смотрите. Приколюшный дневник с 1 по 11 класс. Прикольненький такой. Я говорю, что такое нравится? Он говорит, да. Я говорю, господи, бери. Сколько стоит, что, ребят, честно скажу, я не знаю. Мы так вот, я брала то, что ему нравится, какие эти, какие он повыбирал. А чек я сейчас покажу по ценнику. Что там в чеке, хотите, посмотрите. Линеечки. Ой, как мы выбирали эти ластики, которые я хотела, ластик для стиралки. Ему вот эти понравились. Мы тут не нашли. Ладно, мы взяли точилку, карандаши, ручки этот. Я говорю, сына, дома посмотри, может, дома есть. Нет, мы все купили. Тетради, обложки, такие простые тетрадки. И все, остальное нам ничего не надо. Остальное у нас все есть. Это наши покупочки на сегодня. Ой, ребят, забыла, забыла. Еще и тапочки мои, тапочки. Смотрите, какие розовенькие. Розовенькие, красивые, я просто в них уже топаю. Клевые тапки. Первый раз себе розовые взяла. То обычно черные какие-нибудь возьму. А это был 41 размер. Розовые. Клевые. По 200 рублей. Мне нравится. Ребят, сейчас показываю вам чек. Вот, да, вот, вот все цены. Можете посмотреть. Сахар 49 рублей стоит. Жвачку 29 рублей. Сосиски 144. Багет 43. Макароны 69. Молоко 56. Крупа гречневая 43. Рис, ой, мне так глаза сливаются через телефон читать, ребят. В общем, смотрите, какие ценники у нас. Смотрите, смотрите. Ой, туфли женские, это шлепки. 198. Туфли женские. Карандаш какой-то, ручка. Так, 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 так. Я сама просматриваю, что тут. А тетради я хотела посмотреть, что стоит. Что такое? Тетрадь. 26, тетрадь. А где общие тетради? Это вот эти они стоят так? Сыр, а чему сыр покупали? А, творожный 69. Господи, видите, сама что-то по чеку посмотрела и путаюсь. Мешок, а что за мешок? А, для обуви мешок, ага. Ага, ага. Папка лента. На резинке 31. А я там пикала. А, боже, это, я думаю, что такое? Скидка же и 50%, ребят. А я думаю, как так? Я пикала, она стоила 60 рублей, а тут 31. Папка, ё-моё, что я про ту... О, боже, а мешок что стоит 79? Мешок для обуви. Нифига, это что он? 100 с лишним стоит? Обалдеть. Это 50% скидка на все. И, в общем, отдали 2,94. Вот и по чеку у нас все. Нифига, если бы я знала про эту папку, я бы взяла себе несколько. А я взяла несколько штук, пошла, пикнула, и она выше 60 рублей. Я такая думаю, нет, за 60 рублей не буду я три папки брать. Зачем, как бы, не буду. А она 50% скидка. Блин, вот мать, блин. Память, ладно, вот, ребят, чек. Все, просмотрите, мне самое интересное. Я чек весь не просматривала. Я еще по тетрадкам думаю, почему тетрадки тут дешевле. Они были по 50 рублей, по 49. А это значит по скидке, обалдеть. Так что вот это наши покупочки на сегодня. Не забываем ставить пальчик вверху. И подписываться, конечно же. Бе-бе-бе.